Одессагаз занимается эксплуатацией газораспределительной системы, чтобы каждый потребитель мог получать газ в свое жилье. То есть это основная задача, это транспортировка этого газа к потребителю. Поставкой природного газа Одессагаз не занимается. В связи с этим нужно сообщить, что с 1 мая Одессагаз получил сообщение от оператора газотранспортной системы о том, что бытовые потребители газа переходят к поставщику последней надежды. А далее приказом Министерства энергетики Украины было закреплено, что все потребители, которые перешли к поставщику последней надежды, автоматически переходят к газопоставляющей компании «Нафтогаз Украина». То есть, таким образом, все бытовые потребители сейчас, у них поставщик природного газа, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины». Больше причину перехода Одессагаз, никакой информации по причине перехода Одессагаз не получал, то есть законодательные документы это не закреплено, то есть Одессагаз никто не информирует о причине перехода данного. Что нужно сообщить всем нашим абонентам, что номер лицевого счета с Одессагаз, именно с Одессагаз, не изменился. Оплату за распределение природного газа нужно осуществлять так же, как и ранее, по тем же расчетным счетам, которые были указаны в квитанциях до этого, а также мы продолжаем также выставлять квитанции нашим абонентам и по сегодняшний день. То есть расчетные счета не изменились. Оплата за распределение природного газа осталась. Что это за оплата, ну, неоднократно уже освещали, но хочу проговорить еще раз. Абонент, потребитель оплачивает за доставку газа к своему жилищу. То есть это не за трубу, так называемую, как потребители понимают, что он покупал эту трубу за свой счет, а теперь ему он должен еще оплачивать за транспортировку газа. Это за транспорт газа по Одесской области, потому что у Одессагаза все газораспределительные сети являются, состоят на балансе у Одессагаза, и Одессагаз именно осуществляет доставку газа по Одесской области ко всем потребителям. Также хотелось бы сообщить, очень важный вопрос, это показания счетчиков. Показания счетчиков необходимо передавать с 1 по 5 число также Одессагаз. То есть не поставщикам газа, а именно Одессагаз. То есть вот это основные моменты, которые бы хотелось бы определить. Также хотел бы обозначить, что при смене поставщика универсальный, так сказать, лицевой счет, по которому можно найти свой лицевой счет у другого поставщика, это так называемый EIS-код. Что это такое? Это энергетический код, который закреплен за каждым потребителем, за каждым пунктом потребления потребителя, и который является универсальным для всех участников рынка. То есть, зная свой энергетический код, потребитель может найти свой лицевой счет у другого поставщика, в данном случае у газопоставляющей компании «Нафтогаз Украина». Данный код, он указан в заяве приеднания до договора распределения природного газа. Если такова имеется у потребителя на руках, можно там увидеть этот код. Если нет, также этот код можно увидеть в личном кабинете, зарегистрировавшись на официальной странице Одессагаз. Также он обозначается в квитанциях на распределение природного газа. Есть поручение мэра немедленно активизировать данную работу со всеми государственными органами для должного доведения информации до наших граждан. Уже вчера произошли в телефонном разговоры с руководствами регулятора, которые осуществляют надзор и лицензионную деятельность за такими предприятиями, как Одессагаз и Одессагазпостача, и в том числе Накнефтегаз. Он также имеет лицензию и подчиняется значит, своей деятельности регулятору. Регулятору были заданы два вопроса. Первое, значит, Накнефтегаз сегодня получив или были переданы, я не хочу сейчас подчеркивать, правильно были переданы, неправильно были переданы, надо, чтобы были, каждого спросили жителя, хочет он перейти или не хочет перейти. Поэтому
Я не буду юридическую сторону этого вопроса говорить. Я скажу о том, что произошло, то и произошло. То есть поставщик «Астана» и «Надии» были переданы все потребители, ну, таких потребителей по всей Украине практически. Это бытовые. И теперь поставщиком «Астана» и «Надии» определяет кабинет министров. Так вот, НАК «Нефтегаз» сегодня, кабинет министров своим постановлением определил, что он является поставщиком «Астана» и «Надии». И все потребители, перешедшие к поставщику «Астана» и «Надии», должны были, первое, быть ознакомлены с моментом перехода. Второе, они должны понимать переход. Третье, значит, поставщик «Астана» и «Надии» или НАК «Нефтегаз» должен прибыть хотя бы в Одессу, открыть свои представительства какие-то здесь. Они должны были провести информационную работу. И вот эти все моменты сегодня создают очень сложную ситуацию, которая у нас складывается в городе. Я не хочу еще раз говорить что-то по стране, нас интересует, что у нас в городе, в первую очередь. Поэтому вот этот перечень вопросов стал предметом обсуждения с Национальной комиссией. И сегодня же уже уйдет письмо за подписью руководства города на Национальную комиссию для того, чтобы комиссия включилась в эту работу и регламентировала лицензионную деятельность данных поставщиков. Теперь, значит, следующий пакет вопросов, которые необходимо обратить внимание, и как действовать нашим гражданам в данных условиях. Первое – это вопросы, которые и так производились переплата. Начиная с 1 мая по сегодняшний день многие граждане, я в том числе, значит, могу вам сказать, производили, как добросовестные плательщики, оплату на счета, значит, Одесса Газпостачи. Значит, все эти деньги, которые произведены были по переплате, они будут возвращены всем абонентам, которые это осуществили. Процесс возврата был ранее заключен тем, что нужно прийти, написать заявление и указать счет, на который должны деньги возвращены, и тогда деньги возвращались. Но эта процедура привела к тому, что даже в условиях сегодня военного времени создаются очереди и создается напряженная обстановка, тем более, значит, середина лета – это жара стоящая у нас в Одессе. Поэтому, значит, вот буквально с вчерашнего дня на сайте Одесса Газпостачи вывешена уже информация о том, что данные заявления можно подавать в электронном виде. Это намного упрощает, и те, кто граждане у нас способны делать, они могут в электронном виде подать эти заявления, и Одесса Газпостача должна произвести перерасчеты. Кроме того, есть и вторая сторона медали, заключается в том, что есть задолженность абонентов и потребителей до 1.05. И, конечно, значит, Одесса Газпостача будет требовать погашения этой задолженности. Каким образом это их взаимоотношения со своими потребителями, они будут уговаривать, договариваться, подавать в суды и так дальше. Но это их взаимоотношения. Поэтому хочу еще немножко разъяснение дать по поводу НАК «Нефтегаза», который является на сегодняшний день нашим основным поставщиком оказания услуг. Единственное, на что можно обратить внимание, это снижение цены. По сравнению с «Одесса Газпостача», цена теперь у них будет 7900 без затрат на передачу. Без затрат распределения, будем говорить. Это вот отрадное.
что, но те хлопоты, которые сегодня нам созданы, они, по-моему, и ценой даже смываются. Для того, чтобы мы начали получать с вами лицевые счета и оплачивать счета «Накнефтегазу», нам необходимо произвести через ЕС-коды, как представитель АТ-газа подчеркивал, что есть у каждого из вас, у нас с вами ЕС-код. Они есть в счетах, на платежках, которые мы с вами оплачиваем за распродел АТ-газа. Там этот ЕС-код. И значит, используя ЕС-код, мы можем зайти на сайт «Накнефтегаза» и получить новый счет, на который, лицевой счет, по которому нам будут предъявляться значит, платежные документы для оплаты. Но этого недостаточно. В самом начальном своем выступлении я подчеркнул, что для того, чтобы нормализовать работу, как минимум здесь должно быть в Одессе открыто представительство «Накнефтегаза». Это наше требование будет к нему, которое мы изложим в своем письме на Национальную комиссию регулирования электрической энергии и коммунальных услуг. И должна быть «Накнефтегазом» проведена, значит, разъяснительная работа. Должны быть проведены выступления, разъяснения, публикации, прием граждан на личный прием этими работниками. Но не будем же мы ехать в Киев, значит, по месту расположения поставщика и идти на прием именно там. Поэтому вот такое требование к настоящему поставщику городским головой выдвинуто, и оно будет отображено в отдельном письменном обращении.